Всем привет! С вами Лев. И сегодня мы будем играть в FIFA Mobile. Тут мы сегодня будем проходить полностью вот эту всю FIFA World Cup. Начнем с тренировки. Так, ой, музычка. Пожалуйста. С первого удара прошел. Потом мы потратим жетоны программы. Кто не видел, возможно, будет новый воркаут. Удар. Класс. Под ритм. Тут эксклюзив события. Я бы пригодился. О, награды. И последняя тренировка. А тут уже по 75 жетонов программы дают. Ой. Моя нелюбимая. Надо просто от него убегать. Это не собирает монеты. Ура, собрал! Я впервые это сделал с первой попытки. Ну, матч начались. Тупо 150 дают. Сборная Бразилия будет играть и Англию. Посмотрим, сколько у нас сейчас этих. Ага, 494. Точно волкает будет. Я это все потрачу за одну. У меня преимущество дали. Сразу. Ходом. Это было смешно, но и в девятку попал. Повтор. Девятка. Один-ноль мы выигрываем. А кто нарушение было? Это маленький штрафной. Это преимущество, у них там нету защитников. А я думала, я это забью. Она всегда к нам прилетает. Я хочу за Гуи вот это. За которого я вчера забивал, кажется, видеоролики. Он стреляет куда-то. И попадает в ворота. 2-0. А уже почти конец матча. Я до конца матча хочу вот 3-0 сделать.
чтобы они ни одного не забили. О, Мазил. Нам же вообще все равно за кого забивать. Хотелось бы за Фодена. Все, ура, я закончил матч 3-0. А за 5 минут еще не факт, что успею забить. А еще тут это. Я просто хочу с мячом бегать. Удар попробую. Просто буду нажимать на кнопки, может что-нибудь да получится мяч отобрать. О, получилось. А зачем он прыжок сделал? Все, мы выиграли. Атака. Под ритм. Сборная Бразилия. А что выбрать-то? Так, я вот думаю, это надо все-таки до конца этого доиграть. Но сколько у меня их? Сложно. Да нет, мне кажется, что лучше в турнир лиги один раз сыграть, потому что вон у меня 24. А сейчас просто один матч сыграю, и у меня будет все нормально. Возможно, волкаут будет. Загрузка. А на это вообще и... Все, прошли. Так, видный игрок. Интересно. Ничего интересного. Тогда лучше я уже здесь доиграю в Бразилии. А тут получается с 50-й минуты начинаться, а тут вообще с 30-й. Ну я выберу с Бразилии. Нет. Я вчера с Аргентиной, я помню, играл. А нет, я с ней не играл. Но я с Бразилией хотя бы сыграю. Им преимущество дали. А где тут Неймар? Давай. Лукаку, забей. Пас дай, но хотя бы гол забил. Ничья пока. А вообще, если бы им один гол не прибавлялся, то бы тогда я выигрывал. А сейчас даже не знаю. Надо обязательно ЦГУЕ забить. А я зачем кнопку удар нажимал? Рывок. Зачем я это нажал?
не просто нажимать на кнопки и пытаться что-то сделать. А почему? Что это? Я буду так возиться, пока не забью за голову. Это Лукаку. Гулье-то где? Оно вот. Лучше уже линиями проводить. Так и отсюда могу забить. Он вообще играет в основном в ПСЖ. Ай. Гол! 3-1 мы выиграли. Ну. Даю пас. Три один. Иди. Это была голевая передача. Передача голевая. Вот Google Play, FIFA. Дух. Я заметил, что в этих FIFA, тут FIFA, тут, если ты хочешь по-нормальному сыграть, но в дружеский матч, тут только сборную выбирать надо. Потому что сборная против клуба вряд ли такое бывает. Но я хочу играть за Манчестер Сити. Но, в принципе, мы уже выиграли, они за 6 минут, да, никак, за 6 минут никак уже не забьют 4 гола. Это если только чудо случится, а ну уже 5. Гоу-е! 87-я минута. Ждем. Так. Просто нажимать кнопки, может же туда получится. Ну, вы выиграли. Считаю 16, потому что ей сразу прибавилось. Мне кажется, уже не буду со сборной Англии играть. Сейчас мы будем линейку делать такую. Так. У нас есть 7 попыток. За один раз. Столько игроков не подойдет. Так. Теперь стадион не это. Так. А где тогда этот-то? Награда FIFA World Cup. Мне кажется, будем уже
длится до Мане, Садио Мане. Нет, все-таки до 107-го нападающего. Мы продвигаться будем. Из Котора. Это что? И это. Не без иконок. Продвигаемся, продвигаемся, продвигаемся. 200 жетонов программы. Еще на две попытки купить сможем эти. Так, а тут уже вопрос. А, ну все, мы уже все потратили. Все, еще две попытки и все. Маркинью! Маркинью! Хорошо, вот, Маркинью. Вот такое видео получилось. Ну, а с вами был Лев Соловьев. Всем пока-пока! Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.